мы принимаем огонь, вернее, участвуем в этом, в этой эстафете 28 числа, это будет в пятницу, вот, и 5 числа мы уходим в Сочи, и на открытие Паралимпиады все представители всех 8 федеральных округов будут, так сказать, объединять огонь, который прошел во всех федеральных округах, и зажигать общую чашу Паралимпиады. На нашем федеральном округе, Уральском федеральном округе, не все территории принимают участие в паралимпийском огне. Только северные, получается, территории и Свердловск, Екатеринбург. Екатеринбург, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Тюмень. Мы одновременно в один день зажигаем чашу на территории наших городов. Паралимпиады. Чаша на сегодняшний день находится уже на территории города Тюмени. Все факела, которые принадлежать будут факелоносцам, находятся на территории города Тюмени. Сегодня мы получаем форму паралимпийских этих факелоносцев. То есть, в принципе, все необходимое, что должны были сделать субъект и наша территория в принятии данного очень значимого исторического события, правительством Тюменской области, общественными организациями инвалидов. Все это у нас сделано. Мы готовы на сегодняшний день принимать эту эстафету. Что касается авангардной группы, которая, ну, так сказать, Олимпийского комитета, оргкомитета, они вчера приехали. Сегодня и завтра они будут работать по своей программе. Пока никаких существенных замечаний нет, все их устраивает, все, что сделано непосредственно нашими организаторами, организаторами Тюменской области. И я думаю, что, помня то, как мы проводили эстафету Олимпийского огня, мы примерно на таком же высоком уровне готовы сегодня провести и этот огонь.